Ну что, мои дорогие друзья, всем привет, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас распаковка вот этой огромной коробки продукции, которую я получила, и хочу вам рассказать про некоторые продукты, которые мне особенно понравились, чтобы вы тоже имели в виду, на что можно обратить внимание в компании Siberian Wellness. Итак, я в компании уже ровно год, пошел второй месяц. И я перезнакомилась с огромным количеством продуктов, ну, конечно, еще не все, я еще не разбираюсь до конца в продукции, но я настолько ее уже полюбила, и мы получаем крутые, классные результаты. Ну что, начнем с вкусненького? Ну, давайте. Самое вкусное, что я люблю больше всего, это протеиновые коктейли. Вот в компании есть несколько вариантов коктейлей. Есть сывороточные, где сывороточный протеин, есть для веганов, они такие более лайтовые, легенькие, очень вкусные. И есть коктейль Кеформа, сейчас здесь три вида, шоколад, шоколадное печенье и клубника. И что я могу сказать, клубника просто, это мой фаворит, я все три попробовала, и это фаворит, потому что он безумно вкусный. Знаете, что в нем классного? Это по ощущениям не просто как десерт, действительно насыщаешься. Второе, он очень красивый, такой нежно-розовый цвет. Когда вы откроете эту упаковку, внутри будут прям кусочки клубники. Прям вот живая, вкусная клубника, такой аромат у этого коктейля. И когда я его взбиваю, то получается такая вкуснятина, что я не могу оторваться. И я вам прям всем рекомендую, я уже вторую пачку пью, это уже третья, при том, что у меня еще шоколадное и шоколадное печенье, но они очень классные и крутые. Дальше, мой любимый продукт, мне кажется, вот если говорить про витамины, которые действительно быстро работают и очень эффективны, то это витамины серии Nutrition, вот такие вот коробочки. Здесь их несколько видов. Вот я держу в руках NeuroVision. NeuroVision – это для тех людей, кто много занимается умственной деятельностью. На меня кто-нибудь посмотрит, скажет, блондинка, умственной деятельностью. Ну да, да, приходится тренировать мозги каждый день. И кто много сидит за компьютером, то есть телефон, компьютер, а у меня это всегда перед глазами, потому что моя работа вся идет онлайн. Поэтому для таких людей нужны витамины, которые работают с нервной системой, со зрением, да, зрение, слух, то есть все здесь связано. И я сама пью. И самое главное, что я вам хочу сказать, если, может быть, меня послушаешь и скажешь, ой, да ладно, она еще молодая, у нее так все хорошо работает. Но мои родители, которым по 74 года, вот они пропили сначала по две пачки сразу, подряд. Потом сделали перерыв еще пачку. Плюс у меня мама пьет пульсбокс. Я вот ей его уже отдала. Вот в такой коробочке красный пульсбокс. Она его пьет у меня уже год ровно. Может быть, тут тоже будет он. Если попадется, я вам покажу. Что мне говорит мама? Мозги просветлели. Мозги просветлели. То есть она стала лучше запоминать. Классно ориентируется в пространстве. Если до этого она приезжала в город и говорила, встретите меня, я не помню, как вам идти. И мы ее бегали на остановку за три квартала, встречали, то сейчас она сама приходит и еще хвалится. Ой, я еще приехала, я сходила к подруге, там вообще в другом конце города. Потом она забежала к себе на старую работу, потом она забежала в рынок, все купила, приехала туда. То есть у нее появилась вот эта, знаете, моторность, энергия. И самое главное, вот они вместе с папой говорят, что вот мозги просветлели. А еще что заметно, глазки. Если вы посмотрите на взрослых людей, то у них как будто мутные глаза. То есть у них нет такого блеска, как у молодых, да, такого задора. Так вот, у них как будто включились глазки, и они такие стали вот прям вот, ну, как будто вот они реально омолодились. Я вообще в восторге. Я, кстати, сейчас маме еще Германии дала пить, потому что я про него изучила, про Германию. И давайте я ему, где-то у меня баночка есть. Я сама сейчас начала его пить. Это органический Германии. То есть тоже биологически активная добавка к пище. Здесь 60 капсул. Это, ой, как она тут запечатана. Это нашей семье, поэтому я сразу попробую открыть. Они вот так все запечатаны пленочкой. То есть вот эти капсулки по одной штучке в день утром пить. Германии – это волшебный продукт, он нужен абсолютно всем, на мой взгляд, детям и взрослым. У нас, кстати, в команде есть классные результаты у девушек.
у кого вот есть детки с задержкой в развитии, и они начали давать германий, и там просто такие чудеса происходят. У детей пошло, да, они лучше стали развиваться, начали говорить, то есть начали лучше соображать. То есть там такие результаты, что вот они мне пишут, и мы вместе плачем. То есть вот представьте, когда мне присылает мамочка кружочка, она рыдает и просто говорит: «Лиля, представляешь, у меня там дочка, ты-ты-ты-ты-ты». Ребят, это, ну, это самое дорогое. Вот только ради этого мне стоило прийти в эту компанию, чтобы многим людям показать эту продукцию, чтобы люди получили классные, крутые результаты. Вот, кстати, про нейровижн еще не сказала. Я очень много читала истории, когда люди, да, после инсульта начинают пить этот продукт и очень быстро восстанавливаются. Ну, классно. Ну, скажите, у него такой состав. Вот вы почитаете... И, да, если вы не совсем разбираетесь в составах, попросите кого-то своих знакомых, фармацевтов, врачей, чтобы они посмотрели состав, и они вам скажут, что это, ну, это просто гениальный продукт. Но он дорогой. Вы знаете, я не помню точно, по-моему, 4700 стоит вот такая пачка. Это вот эко-упаковка, то есть она такая простая упаковка. Не могу вам открыть, потому что здесь все пленочками заклеено. Я бы, конечно, сейчас попробую. Нет, не получится. И ножничков нет под рукой. Или есть. Подождите, у меня тут рисовальные принадлежности. Ну, нет. Нету. Под рукой ножничков нету. В общем-то, здесь пакетики. Их всего 20 штук. То есть на 20 дней. Каждый пакетик один раз в день принимается. И результат очень быстрый. То есть если вы хотите прям быстрых, крутых результатов, то это серия Nutrition. Люксовая линейка. Так, достала уже иммунобокс. Ну что хочу сказать, он уже нас несколько раз выручил, когда заболели Лера, потом Миша, а я, кстати, не болела тьфу-тьфу-тьфу, в этом году, повезло, кто-то скажет повезло, ну, наверное, я не очень много где-то бываю, но, тем не менее, Лера была дома, болела, заболевала, вернее, Миша заболел, он прям в новогоднюю ночь пришел, вернее, вот вечер, он отработал до 6 и пришел домой расклеенный, с температурой. Что я сделала? Я ему дала... 2 пакетика иммунобокса, вот такие пакетики, здесь по 3 капсулки, видите? Вот, 3, сразу 2 пакетика, говорю, пей 2, потом я ему дала новамин, не знаю, есть новамин у меня есть или нет, наверное, нету. Новамин, запомните просто название, почитайте про него этот продукт, новамин. Я его растерла корнем, это вот такой вот крутой продукт, это бальзам знаменитый. У него спектр действия очень широкий. Начиная от макушки, реально, я прям маски с ним делаю. Если видите, у меня очень сильно выросли волосы. И они такие классные стали, вообще просто волшебные. То есть мы работаем корнем от кончиков волос до пят. Реально, ребят, все. Вот голова болит, натерли виски, прошло. Начинаете заболевать, чувствуете, свербит в носу. Натерли везде, да, вот крылья носа, пазухи, можно турундочки вставить. Ухо стреляет, турундочку смочили, вставили в ухо. Только не надо лить в уши, ничего. Только турундочки вставляем. Горло, грудь растираем, детишек маленьких целиком растирает, через 20 минут температуры нет, но он очень классный, очень. И что я еще про него хочу сказать, даже геморрой, если у кого тоже писали, лечит, по-женски, да, тампончики вставляют тоже 10 дней подряд, тоже очень классные результаты. И ноги, да, у кого ноги, там грибок тоже, вот это все вылечивается, и... Мышцы, суставы. Можно прям компрессами. Я даже читала такой отзыв, что у девушки там проблемы с щитовидкой были, какой-то вирус, да, влиял на это. И она прям рассказывала, что она прикладывала компрессы, но помимо этого она еще пила какие-то БАДы, но именно, говорит, корень вытащил наружу этот вирус, то есть он прям в виде вот этих вот язвочек каких-то вышел, и потом все прошло. Она говорит, у меня просто такие улучшения, что врачи были в шоке. То есть она в чате выкладывала прям доказательную базу, то есть скрины своих диагнозов, вот все. Мне очень нравится то, что здесь люди, если чем-то делятся, то они прям прикладывают. Вот было, стало, либо фото до, фото после. Даже вот бывает, что там псориаз или ожоги, то есть вот ожог сегодня, там на следующий день смотрите, что, опять же, каким-то продуктом определенно воспользовались. Продукт волшебный, он работает, и мы это на себе уже ощутили. Суперская зубная паста с прополисом. Единственное, что я, знаете, пасты натуральные, и у них такие специфические вкусы, то есть они вкусные, но есть, да, вот представьте прополис.
И я не могу им каждый день пользоваться. То есть я пользуюсь несколько дней, мне хочется что-то другое. Поэтому у меня открыто несколько паст. Сейчас у меня профилактическая с черникой и древесный уголь для отбеливания. Потом морской кальций и вот это. То есть и я их чередую, мне очень нравится. И вот тогда прополис, да, когда его вот как бы понемножку, то он очень классный, потому что он такой, знаете, активный, он очень активный, его много, ты его чувствуешь прям во рту, прям вау, вот, ну кто любит прополис и вообще продукцию такую, то я думаю, вы будете в восторге от этой пасты. Да, тут большой тюбик, огромный, очень надолго хватает, 98,7% натуральности. Вот, кстати, классно сделали, что здесь стали печатать инструкцию. То есть раньше был двухсторонний тюбик, а сейчас сверху инструкцию печатают. Очень даже здорово. То есть тут составы, все есть, можно почитать. И самое главное, натуральность почти 99%, ребят. И это класс. Один из крутейших продуктов для женского здоровья, но единственное, есть нюанс, что это сезонный продукт. Сезонный. И видела одно противопоказание, то есть если женщина, девушка сидит на гормонах, да, то есть принимает гормональные таблетки, то не рекомендуется артилию и зимолюбку. Это она самая, артилия и зимолюбка. Я сейчас, кстати, сама пью, потому что у меня по-женски есть некоторые проблемки, и мне их надо решать. Вот, кстати, да, корень я использовала, артилию и зимолюбку. Я в огромных количествах пью сейчас барага амарант. Это противовоспалительное, очень сильное природное средство и противоаллергенное. Вот такие капсулки. Вот, я их пью много, поэтому я их и заказываю. Они у меня в каждом заказе очень много. Я все не стала вам показывать, да, частично вынула из заказа. Ну, вернее, я как уже отнесла на кухню и там пользуюсь. А это артилия зимолюбка. То есть такие блистеры, в них капсулки. Достаете, пьете и оздоравливаетесь. По поводу результатов. Я когда прочитала про артилию зимолюбку, это вот, ну, до слез. Опять же, что там, ну, как бы ставили уже такой диагноз, да, что все уже, это как бы это не лечится, это навсегда. Но вы знаете, что очень много результатов, когда люди онкологию даже на таких серьезных стадиях вылечивали, и эндометриоз, а у кого проблемы, да, с циклом, он восстанавливается, кстати, благодаря артилии зимолюбки, то есть болезненные дни, да, циклы, то есть очень много всего. Даже вот сегодня не вспомню, но то есть это огромный спектр показаний, когда нужно пить женщинам. Но так как сезоны вот сейчас есть, через какое-то время вот долго не было артилии, ее все ждали, даже я помню, собирали такие предзаказы, там по 75 пачек я видела, у некоторых было в предзаказе. То есть люди ждали, когда да, сбор будет этой травки, этих трав, когда изготовят. И выпустят, да, и, господи, какое это было счастье, когда этот продукт появился, все просто ликовали, и вот сейчас он есть, поэтому я и сделала запасики. Что вам еще показать? Ну, наверное, все-таки расскажу про этот бальзам. Ну, знаете, бальзамов много. Есть живокост, например, да, когда суставы болят, очень классные, двух видов, форте и обычный. Есть гибкий лук, его называют, это Уян Нома бальзам, тоже классный очень. А есть еще, вот корень я вам показала, даже все так не вспомнишь сразу, а есть спортивный бальзам для спортсменов. То есть это когда вот спортсмен действительно много тренируется, у него там много травм, ушибов, да, растяжений и так далее. И я себе взяла тоже этот бальзам, потому что если вот кто меня давно смотрит, у меня проблемы с суставами. Такой классный, кстати, стильный тюбик. Вообще упаковки очень даже мне нравятся. И если вы помните, у меня проблемы с суставами. То есть это моя болевая точка. У меня болел очень сильно сустав вот правой руки. Потом это все прошло. То есть сейчас у меня рука абсолютно, вот я все, что хочу, делаю. А сейчас у меня проблема здесь началась. Блин, ну это очень неудобно, очень, бывает настолько больно, например, я вот так не могу лежать, мне больно, мне тянет, да, я не могу как бы резко поднять руку, или вот даже сейчас я двигаю, мне, ну, есть дискомфорт, но уже не такой сильный. Что я стала делать? Я каждый день утром и вечером, я стала натирать бальзам, это уже второй, у меня один в ванной открытый, уже там половиночка, думаю, я возьму. Потому что и Лера им пользуется, и вообще, в принципе, бывает, там то коленка заноет. Та еще бабушка,
Ну что, мне 50 лет уже будет в мае. Всякое бывает. Сейчас как бы вот эти все суставные вопросы, они очень молодые. Есть уже и в 25 лет, когда там то хрустит, то болит, то одно, то другое. Опять же, очень многие люди занимаются спортом, делают это не совсем правильно и травмируют себя, поэтому без поддержки бальзамов и БАДов, ну, как бы будет очень сложно. Тогда дальше что нас ждет? Лекарства, таблетки, пилюльки, да, и так далее. Ну, как бы та еще история, это сажаем печень, нагружаем организм, и зашлаковываем его, и тогда еще надо и с печенью работать. В общем-то, какой-то порочный круг. Поехали дальше. Заказала тонирующий крем, увлажняющий. Вы знаете, как я была удивлена? Я пользуюсь, кстати, вот у меня сейчас на лице крем, точно такой же, только он раньше был одного вида, то есть он был средний. А у меня кожа очень светлая. Но он, в принципе, подстраивается. Если вы посмотрите, то разницы большой нет между шеей и лицом. Но я увидела, что появился оттенок светлый. И я его тут же взяла. И я прямо сейчас его открою и посмотрю, насколько он светлый. Ну, потом, наверное, я сделаю сравнение на видео или фоточку, да, сделаю и выложу у себя в сторис, так что подписывайтесь на меня везде, в Телеграм, чтобы вы были. Смотрите, какой классный флакон, такой тонирующий, увлажняющий крем. Мне нравится, что он еще есть с SPF 15. Вот так вот классно фиксируется, как я люблю такие флаконы, когда не надо откручивать, выливать, закручивать. Вот, четко, раз, два, несколько нажатий, чтобы крем поднялся по специальной трубочке. И вот я уже чувствую, вот он. Ах, да. Или нет? Нет, по-моему, это тот же самый. Ну, по крайней мере, темно. Его, конечно, надо растирать. Ну вот, обязательно сравню и посмотрю. Может быть, это, ну, кстати, вообще растерла, вообще нет на руке его. Даже если вот две руки вместе поставить, то здесь легкий-легкий оттенок. Опять же, крем немножечко впитывается, уходит в кожу, но какой он крутой. Вот смотрите, если раньше у меня макияж занимал там несколько десятков минут, то есть 10, 20, 30, я могла делать скоростной макияж, но выложить тон всегда было долго, там то поры видно, то шелушилка какая-то поднялась. Вот этот крем, я прям обожаю его. Я его капельку выдавила, вот так пальчиками раскидала, похлопала себя по щечкам, капельку румяшек бросила, и все, и лицо просто идеальное, не пор, он не подчеркивает поры, он не забивается в поры, с ним нет шелушения, с ним нет вот видимости, что вот бывает иногда вот улыбаешься, и с обычным тональным кремом морщинки все становятся более явные, лицо выглядит старше, с этим же кремом лицо просто идеальное. Оно вот просто живое, вообще никогда не увидишь, что на лице есть тональное средство. Хотите так же? Вот. Siberian Wellness. Он не дешевый, сразу скажу. По-моему, 1400 стоит. Но хватает его бесконечно надолго. Нужна реально вот прям одна капля. Капелька хватает на все лицо, чтобы это все вот увлажнить, распределить. И многие девочки пишут, самая для них фишка, то что он увлажняющий. Они говорят, когда мы бежим на работу, нам некогда там увлажнять лицо и так далее. Быстро крем нанесла, и уже красотка. А реально, когда кожу выровняешь, то уже даже без макияжа уже красивое лицо, ухоженное, холеное, свежее, молодое. Такой легкий оттенок получается, такой живой оттенок. Поэтому крем, конечно, прям супер. Так, посмотрим, что у меня здесь в таких красивых голубых коробочках. Смотрите, были по акции. Я взяла яблоко и лимон попробовать. Я такой не пробовала. Это клетчатка для контроля аппетита. Вы знаете, я взяла разный лимон, а здесь малина-гранат. Вот малину-гранат я пробовала, вот такой первый раз. Слушайте, как это вкусно. Давайте посмотрим, что внутри. Здесь коробочки, их несколько порций. Сейчас скажу, по-моему, 14 порций. Где-то должно быть написано, я не вижу. Ну, в общем-то, 14, насколько я помню. Смотрите, полная коробочка вот таких вот пакетиков. Это порция на один раз. Перед едой за 30 минут мы выпиваем клетчатку, просто разводим ее в водичке, выпиваем. И если вы хотите постройнеть, например, у вас есть цель
там, к Новому году, к 8 марта, к Дню влюбленных, к дню рождения, к пляжу, к поездке, к путешествию, привести в порядок свою фигурку, хоть, да, хоть, ну, немножечко там, чтобы животик ушел, чуть-чуть, да, подтянуться, то нужно взять несколько продуктов. Во-первых, это чай, очищение, дренаж. Я не знаю, что он здесь есть. Сейчас покажу. Или турбо-чай. Я вот взяла два, потому что они очень популярны. Турбо-чай и турбо-чай. То есть это очищающие чаи. То есть мы их пьем, что уходит вода, уходит лишнее, хорошо работает кишечник, да, прям, ну, как бы вот все это очищается, уходят отеки. Уходят отеки, это сразу, ну, вы прям быстро увидите, в течение нескольких дней это прям минус 2-3 килограмма. Потому что отеки, они вот, ну, вода скапливается, и, соответственно, организму тяжело. А когда мы помогаем таким образом, просто чай заварили и пьем в течение дня. И клетчатка, она помогает снизить аппетит, чтобы у вас порции стали поменьше. Но опять же, смотрите, чтобы у вас было сбалансированное питание, то надо посмотреть, какие дефициты вам нужно закрывать. И с помощью чего? Это будут БАДы, витамины, коктейли, коллаген. Да? Какие вам нужно закрыть дефициты, чтобы не было такого, что вы порцию снизили, а при этом организм голодный. Вот это очень важно, потому что мы есть то, что мы едим. И я сейчас с помощью БАДов закрываю очень большие потребности, да, своего организма. Я сдала все анализы, все вообще, и гормоны, и всякие там печёночные показатели. Витамин D3. Потом, господи, и кальций. То есть я все посмотрела. У меня, кстати, витамина D3 нехватка. И холестерин уже, знаете, к верхней границе поднимается. У меня доктор такая: так, 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 так. Я говорю: я все, я этим занимаюсь. Я, кстати, тоже начала пить пульсбокс. Омеги добавила. Ну, кстати, когда омегу пьешь, то это очень тоже хорошо. Во-первых, укрепляются мембраны. Клетки. Вот что, у меня нет здесь омеги. Я вроде бы заказывала в этом заказе. Нет. Ну, в общем-то, да, надо смотреть на это комплексно. Не просто я сейчас попью клетчатку и турбо-чай, я постройнее, буду такая вот вся. Надо все-таки посмотреть поглубже, потому что почему мы набираем лишний вес, да, или у нас появляются какие-то одутловатости, отеки, раздувает там талию, живот. Надо просто посмотреть, что надо сбалансировать. Кстати, истоки чистоты. Я уже пила этот комплекс. Это был, наверное, мой первый как раз продукт. Я начала небольшую подготовку. Я пропила пик, сорбент, чай, комфортное пищеварение, ЭПАМ 11. Я сделала подготовку 2 недельки, и потом я стала пить истоки и чай печеночный. Что такое истоки чистоты? Это комплекс, я бы сказала, детокс, да, такой комплекс, детоксикация организма. Тут 3 баночки. И смотрите, что здесь. Это очищение межклеточной среды, то есть мы чистим лимфу. Внутриклеточное очищение и антиоксидантная защита клеток организма. Поэтому, если мы говорим про очищение, некоторые думают, чистка это типа как клизмы, там что-то выпить, да, сделать поносик себе, чтобы прочистить. Нет, ребят, это вообще это другой уровень. Почему сюда добавляется печеночный чай обязательно, а еще лучше синхровитал 4 и ПАМ 4? Потому что когда мы чистим все вот это межклеточное пространство, мы чистим лимфу, она становится более, да, такая эластичная, то есть она не такая густая, то нагрузка куда идет? На печень. Соответственно, если мы печень не поддержим, то что получится? Как вы думаете? Ну, подумайте. Потом мне скажете, да, напишите. Вот. Я видите, за год уже настолько, даже не изучая специально продукцию, потому что вы знаете, что я больше бизнес-ориентирована. У меня работа с командой, коучинг, у меня марафоны, трансформации всевозможные. То есть я вся в бизнесе. Но, тем не менее, смотрите, как я уже продвинулась по продукции. Я даже сама сейчас вот разговариваю с вами, и я понимаю, что это круто, когда я стала лучше узнавать свой организм, я его лучше чувствую. Так, ты чего пришел? Собака пришла. Мань. Даже наш старичок периодически БАДы какие-то пьет. В общем-то, это круто, когда ты находишься в такой здоровой компании, прям в прямом смысле слова, да, компания по здоровью. Ты научишься заботиться не только о себе, а еще о своих близких, о своих пожилых родителях, о детях, о внуках, ну, кто угодно. То есть близкие люди порой обращаются с такими проблемами. И самое главное, что у нас в команде есть такие крутые эксперты, что вот у меня, например, недавно девушка пришла.
у папы проблема, что ему, да, там, хотят ампутировать ногу. Я была в ужасе, я спать не могла. Я собрала, да, своих экспертов, я им задала вопрос, мы прислали им анализы, результаты, обследования, что он пьет, какие лекарства ему назначили, да, какие прогнозы. Все изучили, посмотрели, обсудили. Это был вообще высший пилотаж, потому что я видела, как идут обсуждения, вот эти дебаты, да. И сделали, составили классную поддерживающую программу, чтобы помочь человеку, потому что он пьет серьезные препараты лекарственные. И представьте, какая у него нагрузка. То есть сейчас поработают с печенью, поработают с кровью, поработают с тем, с другим. То есть все это стеночки сосудов будут укрепляться с помощью травок. Супер. И вот с такими проблемами люди приходят каждый день. И это, наверное, такой процесс невозможно остановить. Слушайте, сейчас вам покажу несколько коробочек. Но не буду про них рассказывать, потому что это сложный процесс. Просто посмотрите, какие они офигенно красивые. Это все для женского здоровья. И сейчас в этой линейке для женского здоровья очень много появляется таких классных новинок, которые действительно нацелены на то, чтобы не просто восстановить женщину, оздоровить ее, так еще и омолодить. Ребята, как это хочется, сохранить молодость, как хочется, чтобы, ну, не появлялись новые морщины, не опадало веко, чтобы там не, как бы, тело не проседало, да, чтобы вот цикл не нарушался, чтобы как можно дольше сохранился цикл и продлить молодость гормональную, да, потому что для женщины, когда у нее все это хорошо функционирует, это же молодость, это энергия, это сексуальная энергия. Ну что говорить, ну все очень круто. Вот на этом продукте немножечко остановлюсь. Это вот демоноза и северная клюква. Если вы страдаете циститами, то вам сюда. Вам надо пропить. Вы уже понимаете, да, по коробочке даже видно, что это пакетики, которые нужно просто пить по одному в день. Вот такая коробочка. Тут такая красота. И вот она демоноза. Один день выпиваете, и все. И это просто фантастика. Ну, лучше, да, пропить курс, посмотреть, пропить еще. Либо вот прям ситуационно. Пришла проблема, и у вас, вы знаете, что знакомая там мучается у нее, да, пришла. Порекомендуйте. Очень быстро пойдет восстановление и оздоровление. Метилфолат. Метилфолат. Вы знаете, с чем сродни? Вот как фолиевая кислота, да, назначают девушкам, чтобы они хорошо вынашивали беременность. Да и в принципе она нужна женщинам в любом возрасте. Так вот, это супер формула. Почитайте обязательно про нее. Я сама еще не изучала, я просто послушала лекцию, посмотрела и думаю, мне надо. Мне это надо, я хочу. И anti-age therapy antioxidants. То есть это комплексная anti-age программа. Тоже можно говорить про нее очень долго. Но, как я обещала, что я не буду заострять внимание, потому что это не лекция по продукции, да, это распаковка моего заказа. И еще я взяла для поддержки сердца, я пью вот такие вот коробочки, тоже напитки. Здесь клубника, очень вкусный напиток, потрясающий, знаете, просто как компотик, вот такие пакетики. И, кстати, вот, ну, по ценам, если смотреть, я, конечно, я не помню цены, ну, в общем-то, очень доступно, особенно глядя, что это, ну, это много, здесь их тоже, по-моему, 14 штук или даже больше. Почему я не вижу как количество? Ну, там-там-там. То ли мне это не попадается на глаза, но мне кажется, вот по 14 пакетиков здесь, ну, достаточно долго хватает, но главное, что это очень полезно для сердца. А сердце должно биться четко, да, чувствовать ритм жизни, и оно, это наш мотор, и его надо поддерживать. Но сейчас такие нагрузки, стрессы, все это на нас, да, стресс куда? Сразу бьют по сердцу, по нервишкам, поэтому пьем продукцию классную и восстанавливаемся. Взяла вот такой еще корень, корен. А это антиоксидантный комплекс с куркумином. Просто я послушала, насколько куркумин полезен для нашего здоровья. Я вам сейчас хочу прям показать, как это выглядит изнутри. Надо как-то вскрыть коробочку аккуратно. Насколько куркумин полезен, это, как бы, да, мы знаем это и издавне. Все, я варварски открываю коробку, просто хочу вам это показать. Вы готовы? Так. Раз, два, три. Елочка. А, он тут заклеен. Ну что это такое? Ладно, буду рвать. Ну,
потому что все равно себе, неважно. Насколько это классно, когда, особенно когда знаешь, что нужно пить, или есть возможность у кого-то спросить. Блин, так некрасиво вышло. Ну ладно. Вот. То есть вы открываете коробочку, а здесь внутри стеклянная такая баночка с микстуркой и отдельно запечатанная пипеточка. То есть вы вставляете пипеточку один раз сюда, да, все так герметично, экологично. И потом, кстати, пипетку можно где-то использовать. И пьете вот такой вот пипеточки, можно там водички разводить или под язык капать. И вы получите такой просто потрясающий продукт быстрого действия. Потому что когда мы капаем под язык, очень быстро все усваивается. Вот за что я люблю эпамчики, то, что накапала быстренько, например, жога какая-то или там дискомфорт чувствуешь в животе. 10 капелек под язык, прошло несколько минут, и раз, и все хорошо. Ни жоги, да, ни дискомфорта, ни вздутия. То есть работает очень быстро. Также вот все эпамы неврологические мне нравятся очень, как работают. Гинекологические, особенно вот девочки пишут там, ой, всегда было, начинается там цикл и боль, там пьешь таблетки. Сейчас они все справляются эпамчиками. Ну вот у меня сейчас нет в заказе, ну потом покажу. И чего у меня очень много в заказе, да, не падайте в обморок, там еще несколько пакет, это мармелад. Это мармелад кактус и инжир, обалденно вкусный, облепиха и корица такой пряный. Я, кстати, сейчас перед эфиром с ним чай пила. Черная смородина, потом с куркумином, апельсин для антиоксидантной защиты. У меня есть мармелад с черникой и еще один облепиха, и там еще другие. А, вот еще какой я вам показала, с прополисом. Вот с прополисом это прям с собой в сумочке носить, потому что его рассасываешь, и он обеззараживает вот всю полость во рту, то есть он помогает защитить полость рта от развития вредных бактерий, снимает воспаление, ускоряет восстановление слизистой. И если у вас вот кашель, заболеваете, так не надо в аптеке покупать вот эти, да, всякие там дрожжи какие-то с сомнительным иногда составом, а просто рассосать такую мармеладку и тоже... Ну, прополис, прополис. И он также вот кашель смягчает, уходит вот это вот шершение в горле и так далее. То есть очень вкусный и классный. Кстати, у нас в семье один из любимых. Но, правда, чай с ним не попьешь, потому что он как бы, ну, он не из разряда таких сладостей. А вот эти все это сладкие. И еще вам покажу. Кстати, надо открыть какую-нибудь пачку, какой я сейчас буду. Какого у меня давно не было такой. Вот, черная смородина у меня сейчас не открыт. Я вам просто покажу, как это выглядит. Потому что они еще, помимо того, что вкусные и полезные, все мармеладки, они, кстати, все разные, они еще и очень красивые. Сейчас я достану одну мармеладку. Ну вот, например, у меня такой кругляш попался, кругляшочек. А тут еще есть яблочко и как сердечко. Ну, сердечко и яблочко. Вот сердечко как раз лежит. Вот оно. Представляете, прям... Кладешь в рот себе сердечко. Очень вкусно. Аромат черной смородины. Ой, сейчас съем. Сейчас пою. Так, практически все показала. Еще одну покажу пачку. Вот. Черника. Черничный хруст и польза витаминов. Это дрожже. Это дрожже с мультивитаминами для глаз. То есть мы кушаем эти витаминки, да, и они очень полезны для глаз. Что вам про них еще сказать вкусненького? Ну, то, что без добавления сахара, искусственных ароматизаторов, красителей и трансжиров. Все натуральное. Вкуснятина. Ну вот, еще батончик. Батончик очень люблю. Тоже всегда кушаю. Кстати, сейчас сладости практически вообще другие не хочется. Очень редко, что Миша недавно сказал про тортик. А я как-то, да ну, не особо и хочется. То есть мне нравится, что я перестала хотеть есть сладкое. Говоришь, я могу в кафе съесть пирожное. Ну, просто, да, как бы хочется чего-то такого вкусненького бывает. Но вот эти сладости дома, они вот реально закрывают вот эту потребность. Какие-то конфеты, шоколадки, там тортики притаскивают постоянно. Это очень мне нравится в этом плане. Все, у меня как раз тут мармеладка. Очень свежий, очень вкусный мармелад. Ну что, ребят, понравился обзор?
пишите свои как бы вопросы, может быть, у вас есть, да просто отзывы. Всегда люблю обратную связь, стараюсь отвечать быстро. Если вы хотите попробовать продукцию, то заполните заявку, которая прямо будет в описании к этому видео. Да, вы можете оформить как клиент, карту клиента, это бесплатно. Клиент может себе делать покупки на любую сумму и получать кэшбэк себе в личный кабинет. Конечно, когда вы оформите себе карту, мне придет информация, что у меня новый клиент оформил карту. Я с вами сразу свяжусь, я вас добавлю в нужные чаты, какие вам понравятся. Потому что у кого-то есть животные, у нас есть отдельный чат для животных. У кого-то маленькие дети, отдельный чат для детей. Есть чат по ароматам, есть чат по продукции, где составляют прям программы уже готовые. Есть просто чат, где можно общаться, оставлять отзывы и задавать вопросы. То есть я вас добавлю туда, куда вам нужно сейчас. И буду помогать вам, в принципе, да, отвечать на вопросы, какие-то технические моменты. Ну, наверное, там уже разберемся по ходу. Я вас благодарю за внимание. Желаю крепкого сибирского здоровья, да и просто здоровья. И хорошего настроения, потому что одно с другим очень тесно связано. И когда мы в хорошем расположении духа, да, настроены, то все складывается самым наилучшим образом. До встречи. Пока-пока. Кстати, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы получать оповещения о новых роликах. Пока! Миш, беги, а то у меня руки в мармеладках. Ой, как он вкусно пахнет, слушай, я прям еле удержалась, чтобы его не съесть. Прям черная смородина. Иди сюда, я тебя угощу. Выключай. Слушай, обалдеть. Я еще не выключила. Пойдем чай попьем с новым мармеладом.